Ваня. Да. Если ты не тратишь это, кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу много. Эти родины. Любишь ее? Сергей Александрович. Сергей Собянин. Но, конечно, кто же нужен еще? Затем скоро наступит новый 2016 год. Хотя бы звук ему сделали бы нормально. Он, смотри, видишь, там Россия нарисована. Который, несомненно, был непростым. Но все же хорошего было больше. И жизнь города... Зарил меня. Какая белка смешная, аж не задача. Несмотря ни на что, Москва развивалась, строилась и хорошела. Такой характер у нашего города, такой характер у москвичей. Побеждать даже в трудные времена. 15-й год останется в нашей памяти благодаря удивительному душевному подъему в дни празднования 70-летия Великой Победы. Ну что, пойдем дальше? Умные ученые прошли по Красной площади. Что-то еще хотел? А, они там, пойдем посмотрим. Так здорово, здесь, знаешь, ну как бы не скучно, есть еще что посмотреть. Ну да. А, ты против, что говоришь? Че они? Просто пока время. Пойдем. Нам прям надо. Что-то какие там... А, тут вход вообще через рамки. Пойдем через рамки нас на Красную площадь. Ну типа, чтобы это... С собой ничего, алкоголь не попросили, там, бомбы. О, ничего себе очередь. Да. Там еще что-то интересное. Ну потом, пойдем на Красную площадь. Ну пошли. А выход-то будет потом где, интересно? Вон там проходит нормально, а здесь что-то очередь. Ладно, пойдем.